Раз, два, три! Дерево, дерево, дерево! Погнали! Взлетают! Умница! Класс! Улетели очень далеко. Здорово! Слушай, классно слетели так далеко, да? Давай я тебя толкну. Не, я бы так, чтобы и с ними они, видишь, нормально, и так, и без меня хорошо. Мне, думаешь, классно в джинсах? У меня там джинсы, наверное, уже все промокли. Вообще, а тебе надо штаны? У меня вообще есть. Прикол был. Нет, мы купили Лизе черные, я их забыла одеть. Мы молодец, да. Так, слушай, хоть под, он тоже такой мишка. Да. Что-что? У вас есть ли что-нибудь под джинсами? У меня не, я не сегодня не одевала. Этот прикол сегодня. Что хотела-то рассказать? Что мы зашли? Она рассказала про ресторан. Мужик это говорит, приходи завтра и что? Он говорит, либо завтра, только говорит, возьми русскоязычного кого-то, чтобы, говорит, не было ошибок. Но я тебе все расскажу, я тебе покажу тренинг, если ты будешь согласна, пойдешь работать. Там. Официант. Ты, говорит, more money будешь иметь. Конечно, ты что? Ты говорит, приходи. А видишь, какой ресторан? Мне нравится, что это не бар, а именно ресторан. Я думаю, может пойти попробовать. Он говорит, ты что, ты тут more money будешь иметь, конечно, намного знаешь, больше. Конечно, знаешь, сколько чипсов оставляют? Я знаю, мне все работают. Вот, ну, вот кто наш новенький, работает много, кто работает официантом. Но я все еще никак не решаюсь. Я тоже, почему не хотела, потому что бар.